Никогда не гугли это. Бля, что это там? Что-то страшно как-то даже. Google сам популярный сайт. Да ладно нахуй, серьезно что ли? А я и не знал. Google является самым популярным сайтом. После него идут YouTube и Facebook. А, один из двух знает. А, я понял, в чем прикол. Wi-Fi 25 лет. 3,5 миллиарда человек в интернете. Ага. Baby Shark самая просматриваемая. Ну, это мы знали. Биткоину 13 лет. Ага. Бля, даже биткоин старше вас, ребят. Вам не стыдно? Переносные устройства. Трафик мобильного интернета составляет 55% от всего трафика. А, большинство сайтов не гуглятся. 96% таких сайтов находится на темной стороне интернета. Первому видео на ютубе 17 лет. Пиздец, даже видео на ютубе старше, чем вы. Ёб твою мать. Среднее время в интернете 7 часов. Обычный человек проводит в интернете около 7 часов в сутки. Блядь. Конечно, ага, расскажешь. Значит, я необычный, Ой. 80% картинок порно. На 80% картинок в интернете изображены обнаженные женщины. А остальные 20% это обнаженные мужчины, что ли? Чё за бред? Более быстрая адаптация. Интернету понадобилось 4 года, чтобы заполучить первые 50 миллионов пользователей. 5,6 миллиардов запросов. За день? Нормально. Китай занимает 20% интернета. Так, блять, он у них заблокирован от внешнего, если не ошибаюсь. Кто создал биткоин? Никто не знает, у этого человека есть псевдоним Сатоши Накамото. А чё, реально, что ли, никто не знает, кто биткоин? Ну, я. Ребят, пришло время признаться, я создал биткоин. А вы думаете, откуда у меня всегда появляется какая-то очень-очень такая секретная информация? Раньше, чем у других людей. Даже раньше, чем у разведки США. Потому что я создатель биткоина. Реально. Просто я не палюсь. Даже сейчас, когда я это говорю, вы же не поверите. Вы это воспринимаете как шутку. Как прикол нет. Какой-то. Ну как нет? Вот, реально, вы же, ну как бы, ну... Вы же не верите. 50 миллиардов фотографий в Инстаграм. Нихуя себе. Ежесекундно в Инстаграм загружается 995 фотографий. Даркнет равно деньги. Это огромный рынок. Оборот на нем составляет примерно 500 тысяч долларов. Зеркала, подключенные к интернету. Умные зеркала показывают новости и погоду, пока вы собираетесь на работу. Чего, бля? А где такое купить? Wi-Fi не всегда так назывался. Раньше его называли Wavelan и Flank Speed. Лучший интернет в Монако? Скорость интернета в этой стране может достигать 270 мегабит в секунду. Первый проданный товар — наркотики. Вы знали, что первым товаром, проданным в интернете, была марихуана? Да откуда ты-то знаешь это, блядь? Откуда тебе знать? Мы, скорее всего, никогда не узнаем, что на самом деле было продано первым в интернете. Но есть, как бы, может быть, какая-то там, какой-то миф о том, что это была трава. А может быть и нет. Может быть, что похуже, поэтому мы и никогда и не узнаем. Монако, блядь! Покрытие Wi-Fi в форме пончика. Чего Wi-Fi издает сигнал из роутера в форме пончика? А, да? 7 человек контролируют интернет. Если он сломается, всего лишь у 7 человек будут ключи, чтобы его починить. И кто это, блядь? Что это за люди такие? Я. Ребят, тут написано 7 человек, а в чате я написала как минимум уже нахуй больше 7. Так что вы меня наебываете. Вы меня обманываете. Я вам не верю. Что-то вы меня обманываете. Ты контролируешь интернет? No. Я контролирую интернет. Контролирую интернет. Окей, в моем чате есть хоть один человек, который контролирует интернет? В моем чате есть хотя бы один человек, который контролирует интернет? Я создатель биткоина? No. Ты сука, блядь. Ты создатель биткоина? Ты создатель биткоина. Ты создатель биткоина. No. Да, блять. А у тебя есть биткоины? Yes. А со мной поделишься? No. Ну и пошел ты нахуй, жадина. Локальной сети 50 лет. Интернет был изобретен Бобом Мэтклэфи.
А как он нахуй изобрел интернет? Мне вот это вот интересно. То есть он такой сидит. Я, блядь, вообще даже не представляю, как это вообще можно было сделать. То есть сама идея. Ебать, этот человек гений, нахуй. То есть он сидел, вот как, вот я сижу. Изобрел интернет. Умер. Ну, умер и умер, блядь, и что теперь? Интернет-то продолжает работать. 35 миллиардов Нет. устройств в интернете. В 2020 году более 30 миллиардов девайсов были онлайн. Самый быстрый рост в 2020-м? Чего, блядь, в 2020-х? К 2030 году к интернету будут подключены 125 миллиардов устройств. Ебануться. Отмывание денег в Даркнете. Осуждаю такое, конечно. Что такое? Первая соцсеть? Это был первый сайт, похожий на Facebook. Что это такое вообще? О, асу, чего? Асу, 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 блядь. Первый биткоин потрачен на пиццу. Не, ну это и так все знают, разве нет? Веб-камеры не для людей, а для кого, блядь? Первая веб-камера была изобретена в 91 году для слежки за кофейником. Чего, блядь? Геймингу 36 лет. Первая онлайн-игра была выпущена в 86 году. Торговля людьми в Даркнете. Из-за интернета появляются дети. Ага. Арчи, первый поисковик. Умные дома набирают популярность. В мире около 200... Ой, точнее, ну да. 258 миллионов умных домов. В интернет... Что интернет придумал в пивном... Что, блядь, в пивном саду? Одиннадцать триллионов лет для скачивания интернета. Если вы хотите скачать все, что есть в интернете, вам потребуется... 11 триллионов лет. Правительство США управляет Даркнетом. Браузер Onion спонсировался Министерством обороны США. Опа, сюда, блядь. Нихуя себе. Может свой Тиндер сделать? Интернет весит как клубника. 50 грамм вес одной ягоды. Откуда они это знают? Что, блядь, за бред? Даркнет в 500 раз больше интернета. NFT 7 лет. Первым NFT проектом в октябре 2015 года стал... Короче, какая-то хуйня, он стал меньше доллара. Вот это осуждаем, конечно. Вы можете купить гранатомет. А, да? 2 миллиона пользователей Даркнет. Да шо, блядь, с этим Даркнетом? Покупка паспорта онлайн. Осуждаю такое. Живодеры. О, детские души. Чего, люди покупают души детей, чтобы сделать... Я ебал кому, я не знаю почему. Я не знаю почему. Я не знаю почему. За что нахуй? Я ебал кому, я не знаю почему. Я не знаю почему. Я не знаю почему.